Привет, это канал «Предприниматели взлет», меня зовут Ольга, и в этом видео мы будем с вами рассматривать новую коллекцию от компании Oriflame «Чили». Это сумка и платок. Оставайтесь с нами. Коллекция не зря называется «Чили», потому что она выполнена в роскошных ярко-красных оттенках. Мне кажется, что эти аксессуары, безусловно, будут притягивать взгляды окружающих к девушке, которая будет их носить. Сумка. Мне она нравится. Я знаю, что очень многие ждали эту сумку и хотели ее посмотреть. Сразу вам скажу, что сейчас она у меня не пустая, как обычно бывает, а внутри нее лежит другая сумочка из новинок. Это сумочка Валентина. Но я ее положила специально, чтобы вы увидели, как красиво эта сумка смотрится, когда она наполнена. Мы видим материалы двух фактур. Один материал выполнен под замшу и очень-очень приятный, очень яркий, красивый цвет и в то же время не вульгарный. Замшевый материал навевал на меня определенное подозрение, что он может быть не носким, да, то, что он может быстро затереться. Были у нас до этого сумки в моих обзорах, вы видели, когда оставались следы. То есть здесь я провожу линии, то есть в одну сторону ворс ложится так, а в другую сторону все, уже никаких потертостей нет. И вы видите, что я провожу достаточно с усилием. Поэтому я надеюсь, что в носке эта сумочка будет довольно хорошей. Сама сумка выполнена из материала под кожу и под очень такую красивую кожу. Она выполнена, знаете, как будто чуть-чуть мятая. Мне нравится этот эффект, и мне кажется, что он тоже добавляет шарма этому аксессуару. Мне кажется, что вот эти два оттенка очень гармонично перекликаются в своем сочетании. То есть мы видим вот этот красный оттенок более приглушенный, этот оттенок более яркий, и они очень хорошо дополняют друг друга. Крышка у сумочки, кармашек, сделан очень нестандартно. То есть мы видим, что он просто так открывается, просто так откидывается. Не так, как мы с вами привыкли, там кнопочки, различные молнии, какие-то заклепочки, нет. Но это не значит, что к вам в сумку можно легко залезть, потому что когда вы откидываете эту крышечку, то внутри есть замочек. Вся вообще фурнитура на сумке серебристого оттенка. Мне нравятся хромовые детали на аксессуарах. Я вот к ним больше тяготею, чем к золотистым. Какая, кстати, фурнитура больше нравится вам? Золотая или серебряная? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И здесь мы видим короткую ручку. Если вы не носите, например, длинную сумку или носите, но вот хотите по-другому сделать, вы можете вот эту крышечку подсунуть под короткую ручку. Смотрите, это выглядеть будет у нас вот так. Это немного неудобно, но не настолько, чтобы создавать прям какие-то вау, там большие дополнительные трудности. То есть мы открываем крышечку и можем спокойно влезть в сумку. Сначала, когда я только распечатала сумку, мне показалось, что вот эта ручка, она будет мешать именно входу в сумку. То есть вам будет неудобно что-то класть и что-то доставать. Ну, какое же было мое удивление, что вы видите, вот из-за этих серебристых колечек сделано так, ручка, что вы можете просто сдвинуть в бок и совершенно спокойно открывать, закрывать сумку. Вы видите, и даже вот здесь вот она чуть-чуть разъединена, то есть дизайнеры постарались. Она не до конца, а вот здесь вот открывается как кармашек. И в этом случае очень удобно все класть в сумку, и вход в нее получается, видите, какой широкий. Сумка достаточно вместительная, она достаточно объемная, очень много вещей сюда можно положить. Молния красного цвета, и язычок у молнии выполнен из материала того же, которого выполнена сумка. Посмотрите, она вместительная за счет того, что у нее есть большие, просто огромные бока. Она начинает выглядеть как сундучок, когда вы в нее что-то кладете. И посмотрите, какое у нее большое дно. Очень широкое, и вы видите, насколько вместительная будет эта сумка. На дне мы увидим тоже такую же серебристую фурнитуру, 4 ножки, на которые вы сможете поставить свою сумку, и дно ваше не будет тереться о поверхности. Давайте посмотрим внутри. Сейчас я достану сумочку Валентины, чтобы она вам не мешала. Вы видите, как сразу вот сложилась сумка. Да, вы видите, вот она стала вот такая вот плоская. На клатч, конечно, это не похоже, но вот форму свою, вот такой вот сундучка, она потеряла. И внутри мы видим черную подкладку, то есть эта сумка будет абсолютно не маркая. Большой карман на молнии, никаких отделений нету дополнительных. И два кармана, один широкий для смартфона, один для мелочей.
И брендирована сумочка логотипом компании Oriflame, серебристые буквы на том же материале, из которого она сама и выполнена. Короткая ручка крепится к сумке, она никак не отстегивается, никак не регулируется. Вы видите, вот такой вот красивая здесь есть петелька. Карабины удобные, я люблю, когда карабины вот такие большие, при этом он не громоздкий. Также он крутится вокруг своей оси, то есть ручка у вас не будет перекручиваться, вы всегда можете удобно ее поправить и не перестегивать карабин. Прижимаете карабин и цепляете, все очень просто, маникюр ваш не страдает, и сумочка у вас с длинной ручкой. Давайте посмотрим, насколько длинная ручка, потому что она не регулируется совсем. То есть какая она есть по факту, такая и будет у вас в носке. У длинной ручки есть вот такая дополнительная деталь, которая защитит ваше плечо от ручки, не будет у вас на плечо сумка давить, и в то же время сама сумка не будет скользить и падать с вашего плеча. Обратите внимание, что эта деталь, она пришита к сумке, хотя вот в каталоге я вижу, что эта деталь на заклепке. Ну вот до нас заклепка не доехала, решили просто пришить. И посмотрите, как эта сумочка будет выглядеть на вас. То есть она ниже бедра висит. Я думаю, так же, как и предыдущие сумки Валентина, сумка Деним, ее можно носить, одевая через плечо. Если вы оденете ее через плечо на себя, то она будет чуть ниже талии. Вы меня часто спрашиваете, какой у меня рост. У меня рост 1,62 м, и вот относительно моего роста эта сумочка вот именно висит у меня ниже талии. Размер этого аксессуара 29 сантиметров на 19,5 см и на 14 см. Давайте посмотрим, как выглядит эта сумка относительно каталога. Ну, мы видим невооруженным глазом, что каталог помещается и горизонтально, и вертикально в нее. А меня вот интересует формат А4. И вот я вижу, что А4 тоже очень хорошо умещается в эту сумку. Давайте посмотрим, сможем ли мы положить документы формата А4 в эту сумочку. Ну, вы видите, что положить довольно сложно, немного заминаются края, но в принципе возможно. То есть аккуратненько подогнуть, подоткнуть, это, конечно, не портфель для деловых бумаг, но при желании донести можно. И обращаю ваше внимание, компания сделала, услышала нас и сделала нам вот такую вот крышечку и молнию, чтобы уже точно дождь весенний не замочил ваши бумаги и те ценности, которые вы носите в своей сумочке. Следующий аксессуар Чили в нашем обзоре – это яркий красочный шарф. Именно такой шарф, который поможет вам создать весеннее настроение и подчеркнуть вашу эффектность, создать вам яркий и незабываемый образ. Шарф мы видим именно оттенков такого свежего, яркого перчика чили. И не зря такое название. Вот в этот раз название прям очень-очень точное. И посмотрите, какая у него милая и именно наполняющая любовью расцветка. По всему периметру шарфика вы видите, есть надпись Love, сердечки, и это все так романтично, это все так чудесно. И даже если люди, которые будут вас окружать, они в драпировке не заметят этих слов, то вы будете знать, что вы одеты с любовью. И шарфик этот можно носить по-разному. Мне почему-то сразу же, как только я его достала, навеялись мысли о свежем воздухе, о кабриолете, что вот он так красивый, легкий, такой развивается на ветру. И, конечно, вы можете его носить просто как на шейный платок и завязывать впереди, да, вот таким вот образом. А можете даже, если вы любите так надевать платки, можете даже надеть на голову. Конечно, он не будет вас согревать весной, но, может быть, создаст вам вот такой вот красивый французский образ яркой девушки, яркой леди. А в комплекте с сумкой это будет смотреться вообще великолепно. Размер этого аксессуара 110 на 110 сантиметров и материал полиэстер. Если вам понравилась серия Чили, пишите мне об этом в комментариях. Обещайте мне, что будете яркими этой весной. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки компании Oriflame вместе со мной. Пока-пока!